И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Touch Incorporated. На связи с вами ваш доктор Эггман Работник. А раз вы это видите, это значит что? Да, мы с вами в прошлые выходные смогли наконец-таки дойти до той точки, где у нас слетел Sonic Lost World Потерянный Хер. И сегодня с вами мы уделим пока что только одной локации, потому что я хочу убедиться, что мы с вами пройдем ее адекватно, нормально и без проблем. Примерно стрим, точнее эпизод этот планируется на 45 минут, если что-то еще хватит там, пойдем чуть дальше. А, сейчас тут катсцена будет. Все кажется таким бессмысленным. Эй, что вы сделали с Тейлсом? Что? Серьезно? Мы же поймали тебя. А, размечтался. Вы схватили моего друга, я хочу его вернуть. Господи, это действительно все более и более отстойным. Неважно. Мне нужно пойти и рассказать остальным плохие новости. Вообще-то давать на самом деле плохие новости, это единственное, что мне нравится. А я разберусь с тобой позже, лузер. Ну что ж, давайте же продолжим нашу незавершенную в прошлом битву. Кстати, я вот раньше никак не мог понять, что мне все-таки напоминает вот эта мелодия. Эй! Просто реально не мог раньше понять, что мне все-таки напоминает вот эта мелодия. Ясно. Ля. Здесь надо на скорость прямо делать. Я-то не возражаю. Maybe all the enemies and death traps will finish Sonic, maybe they won't. Does it really matter in the cosmic scheme of things? We're all gonna die eventually. Я уверен, кстати, наверху, что есть красное кольцо. Если разогонимся хотя бы, чтобы потом не пришлось его забирать. Давайте попробуем. Запасов жизни у нас с вами предостаточно. Maybe all the enemies and death traps will finish Sonic. Maybe they won't. Does it really matter in the cosmic scheme of things? We're all gonna die eventually. Хотя бы жизнь забрали, не пожертвовали.
собственным запасом. Хорошо. Реально, здесь немножко жесткий. Я вот этот тур... А, я же просто бежал в прошлый раз и сходил с ума из-за кольца. Да, я теперь знаю, что там будет кольцо. Я же понимаю, осознаю. В общем, можно, я все правильно сделал, тут главное просто ускориться и не останавливаться, но получится, я уверен. Maybe all the enemies and death traps will finish Sonic, maybe they won't. Does it really matter in the cosmic scheme of things? We're all gonna die eventually. Идеально. Я же говорил, что она где-то здесь есть. Нам дважды дал два колечка. За что ему респект. Стрекоза мне понадобится. Давайте ж полетаем. Я правильный путь выбрал. А если где-то что-нибудь найдем, сразу же нужно собрать, так? Не вопрос. Вот. Single enemy and defend the powerful homing attack. У меня чувство, что сейчас будет какая-то ловушка. Не знаю, про такое ощущение. О, жизнь нам восстановили. Слушай, мне кажется, я здесь сейчас как-то такое соберу. Thank you.
Всего лишь задел его копчик. Соник убил от задницы богомола. Хорошо, хотя бы у нас с вами жизнь запасная была. Так. Знаете, сейчас реально в последнее время подмечаю одну вещь. Мы с вами в этом году не прошли ни одной игры по Нэнси Дрю. Вот вообще. А мне так хочется. Реально хочется. Но прям вот нет времени даже для записи. Мы, наверное, знаете, как сделаем? После как запишем ежа, сделаю небольшой перерыв. Богомольщина. А там наверху красное кольцо, я уверен. Да, там было красное кольцо. В общем, одно кольцо упустили. Ну, значит, будем забирать потом в следующий раз. Сейчас пройдем. Сама, извините, я за вами спрячусь. Вы такая большая и мудрая. Я решил фотку сделать.
Подождем. Чуть было не попался. Это какая-то тюрьма строгого режима тут у южа. Почему точка сохранения? Ладно, пройдемся, чего уж там. То есть там, где он надо, он летает. Там, где не надо, он падает. Вот это уже бесит. Ну, слушай, примерно по времени, пока мы с вами нормально укладываемся, кстати, так если посмотреть. Он так... приятно спит. Немножко завидно. Наконец-то! Just give up, Sonic. It's what I do. As a matter of fact, I've already pretty much given up on hope, happiness, success. Think of it, what am I still doing here? I should just crawl back into bed. Hmm.
Ждем. Подожду. Мы, конечно, с гигантской механической совой сражаемся, но все же. I suppose we're gonna have to fight. Так, проверим физику для начала. Мне нужно бить эти снаряды, чтобы они летели... Да вы издеваетесь! Снаряды продолжают падать. Нет, они летят в другую сторону. Подождите, это что за дела? У нас сейчас вообще никаких проблем быть не должно. Или это мне надо снизу бить их, чтобы они летели вверх? Да нет, бред какой-то. А давайте попробуем. Вариант такой-то есть. Нет, уходит все в другую сторону. Уходит все в другую сторону. Вот эти частицы, которые вылетают из этих ядра, они должны лететь в него. Они не летят. Они не летят. Что снизу, что сверху бей. Видите, они уходят в сторону, они не к нему летят. Можно дать, конечно, такому шарку одному спуститься. Давайте попробуем, подождем. Ударить по-свойски. Пусть приземлится. Я попробую его ударить по-другому. Работает. То есть у него получается здесь физика поломана, что ли? Хрен и чал даже не откликается, кстати. Так, может... Видео, саунд...
какое-то управление. Все нормально. Ха. Слушайте, я-то не против бить эти вот бомбы, даже запустую. Но проблема состоит в том, что мне-то нужно их сбивать. А это только он сверху бьет. А, подождите, есть идейка. Мы же в джунглях испытали одну вещь. Может, здесь получится? Нашлась-то пропажа-то! Вот оно как! Надо пинать всю эту хрень! Интересно, успею я до конца? Бля! О, парочку запустил, молодец. Спасибо, надо ускоряться. Я думаю, успеем. Вот оно как делается-то. Бля. Вот оно как. Я-то думал, что это просто должно биться по нему. А это, оказывается, надо отпинывать в его сторону. Сколько у нас там с вами осталось-то? Сейчас мы скинем его. Бля. Так, сейчас разберемся. По порядочку, по порядочку. Иди сюда. Все, победили. Прошли. Крёп. Ой, ребят, спасибо всем, кто был в прошлый раз со мной на предыдущем стриме. Это в прошлую субботу буквально. Я сейчас даже скажу, какая это была. Это была у нас с вами суббота 7 числа. Даже не суббота, а воскресенье 8. Спасибо, ребят. Если бы вы не сказали, что здесь есть пинок, я бы, наверное, даже на него бы не откликался. Ребят, вы чудо. Благодарю. Без катсценки? Ну ладно, 30 минут тоже неплохо. Плюс бонус получили. Дайте-ка хрена Челсос подойдем. Туннельный уровень. Мне, кстати, нравятся туннельные уровни, вот такие вот. Они прямолинейные, спокойные, а главное, собираешь все необходимое. Отлично, спасибо, Хреночехол. Что ж, ребят, надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. Мы наконец-то имеем прогресс.
Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал Discord, ВК, ДНР, Telegram. Ссылочки найдете в описании. С вами был ваш доктор Эггман-работник, он же Альберт Вескер. До скорой встречи, пока, удачи и увидимся! А я пойду озвучивать.